Дмитрий Иванович, что сегодня получилось из того, что не получалось раньше? Казалось бы, рисунок игры был приблизительно тот же, что и в предыдущих нескольких турах, но сегодня не пропустили и забили. Все решают детали. Нам нужно, я уже говорил об этом, нам нужно провести матч близко к идеальному для того, чтобы добиться результата. И сегодня у нас это получилось. Некоторые моменты возникали возле наших ворот, но в целом мы справились. И у нас получилось то, что не получалось в предыдущих матчах именно в плане эпизодов, которые мы доигрывали в обороне. Потому что стандартные положения, какие-то моменты, детали, индивидуальные вещи, которые нам не позволяли в прошлых матчах, да, выглядеть убедительно. Сегодня у нас это получилось. В первую очередь мы говорим про фазу обороны. Мы не пропустили мяч, мы не пропустили в первом тайме. Мы знаем, что нам это важно. Нам важно не пропустить в первом тайме. Нам важно сохранять ворота в неприкосновенности, скажем так, и у нас будут моменты в атаке. То, что сегодня, в принципе, и получилось, и вопрос в том, реализуем мы этот момент или нет. Сегодня мы его реализовали и выиграли матч. Верили в то, что в день рождения команда вам подарит не галстук? Да, верили. Я сказал, ребята могли сделать это чуть пораньше, конечно, не ждать дня рождения, могли выиграть и раньше, но да, сегодня хороший день, мы очень рады, мы одержали первую победу, и ребята молодцы, они сегодня очень хорошо выглядели, и важно, что мы ментально еще сегодня были правильно настроены, до конца отдали все силы, и, в общем-то, спасибо им, конечно, но это в первую очередь их победа. Можно ли сказать, что сегодня осознанно не выбегали в контратаке после стандартов у наших ворот для того, чтобы не поймали нашу команду на вот этой переходной фазе? У нас есть, да, я согласен с вами, у нас есть огромные проблемы в переходных фазах. И когда мы раскрыты, когда мы не в позициях, у нас возникают большие проблемы. И мы кое-какие моменты скорректировали, и сегодня у нас это получилось.